Добрый день, друзья! Скоро наступает осенний сезон лоли хищника. Ну и товарищ мой Ванька, дружбан, попросил изготовить вот таких вот две мандулы, вот такого цвета. Это флаг Украины и вот такую вот осу такую. Говорит, они лучше всего работают по хищнику. Ну, кроме вот этих двух цветов, я уже заготовил очень много других мандул. Вот такой вот цвет. Вот, зеленый с желтым. Оранжевый с черным. Фиолетовый с желтым. Вот такая вот мандула. В общем, насмотрелся видео, где какие мандулы работали лучше всего. Ну и наделал вот таких вот много-много мандул. Вот такая вот. Флаг Германии. Белое с красным. В общем, приготовился, говорится, во всеоружие. Осталось выехать на рыбалку и все это испробовать. Вот такая вот мандулка. И флаг Украины. Ну, в общем, смотрите. Мандул, море. Теперь осталось только поехать на рыбалку и все это дело испробовать. Хочу взять с собой только мандулы. Вот само взять мандулы, больше с собой вообще ничего не брать. Ну и посмотреть, как оно все это сработает. Именно одни только мандулы. И смотрите, и играться тогда уже цветами. Цветами, весом самого грузика. Ну и будет видно, как оно все это сработает. Ну, такой вот краткий обзор. Такой вот вот таким своим вот своей такой коллекцией я хотел с вами поделиться, хотел похвастаться, что вот, что я надел, какие мандулы, все это делал сам своими руками. Ну как оценит эта рыбка, ну посмотрим, все покажет, как говорится, на практике. Все, будьте здоровы, пока-пока.